Еду. Нет? Вызывали, месье. Дюбер, Юбер, что с вами? Вы нервничаете. Нет, месье, наоборот, сегодня я спокоен, как никогда. Юбер, разве можно раздавать тумаки направо и налево? Если вы намекаете на женщину, которую я ударил, то это был мужчина. Я не говорю вам о трансвестите, я говорю о других. О других? Каких других? Юбер, Юбер, покопайте в своей памяти. Там был молодой человек, который вел себя нехорошо. Неплохо. Напрягитесь еще. Вспомнил. Там еще была одна разборка отношений. Еще усилия, разборка ни при чем. Там около лестницы стоял какой-то парень, он что-то мне сказал, но я его плохо расслышал из-за шума. Он вам сказал... Я сын префекта! Я забыл. Это бывает. А пока его папаша в командировке, извинитесь перед сыном. Что же я ему скажу? Что хотите, что приняли его за известного бандита, и ему это польстит. А как же быть с трансвеститом? Юбер. Где этот парень сейчас? А вы как думаете? Привет, я к вам. Не волнуйтесь. Вы меня помните? Нет, я не собираюсь арестовывать вас. Я пришел, чтобы... Это вам. Я хотел извиниться. В темноте я вас не узнал. То есть я не знал, что вы сын. Я принял вас за преступника. Очень известного бандита. У него даже куртка, как у вас. Я очень об этом сожалею. Да. Надеюсь, скоро увидимся. Алло. А, у тебя хорошее настроение. Я не вовремя. Извини меня, Софья. У меня сейчас важное задание. Знаю. У тебя всегда важное задание. В воскресенье я свободен. По воскресеньям ты играешь в гольф. Могу же иногда расслабиться. Поэтому я и звоню. После гольфа я заеду, поужинаем. Знаешь, София, это мило, но я не голоден. Созвонимся позже. Это предлог. Так мне еще не отказывали.